Всем привет! Начинаем очередную распаковку посылок. Первая у нас посылочка. Вот такая вот надежно упакованная, большая. Внутри я уже знаю, что для тех, кто переживает, когда заказывает айфоны или просто дорогие телефоны, многие продавцы указывают в стоимости, естественно, что-то другое. Вот здесь написано. И стоимость $20. Поэтому в большинстве случаев таможня не задерживает такие посылки. Итак, открываем. Первый раз, когда я получал от этого продавца, я очень сильно испугался. Думал, что что-то не так. Потому что внутри лежала вот такая вот коробка. Как вы видите, написано Motorola. Очень хорошо упаковано, как обычно. Ну, естественно, внутри только не Motorola. Внутри у нас восстановленный iPhone и гарантийная карточка заполненная. Давайте откроем, проверим. Ну, в принципе, все как обычно, ничего тут нового не найдете. И включим сам телефон. Все включается, все прекрасно. Следующая посылка от того же продавца. Цена $20 указана на посылке. Ну, естественно, содержимое стоит больше, чем $20. Это тоже iPhone. Сейчас мы узнаем, какой. Открываем. Видим опять коробку из-под Motorola. Где они берут столько этих коробок? Непонятно. Первый раз, когда получал, очень удивился и расстроился, что думал, кинули меня. Но нет, внутри у нас все очень хорошо упаковано. Гарантийная типа карточка. Это у нас iPhone 5S в золотом цвете. Наклеечка, которая клеится вот сюда. Китайцы обленились, уже ничего не клеят сами. Ну и стандартная комплектация. Итак, следующая посылка. Открываем ее. Это у нас презервативы. 4 штуки ультратонкие стоят примерно $1. Кстати, очень хорошего качества. Далее. Очень тонкая какая-то посылочка. Внутри у нас фронтальная камера для iPhone 6S. Цена около 250 рублей, но, по крайней мере, от этого продавца приходят всегда все запчасти исправные. Следующая посылка. Давайте посмотрим, что внутри. Что-то маленькое. Макулатура. Вот такая вот флешечка на 32 гига, стоимость 450 рублей. Отличная флешка с возможностью подключения к USB и к microUSB. Дальше. Что-то потяжелее пришло. А это у нас блок питания для мониторов LG. Так что, если у вас горел, переходите по ссылке в описании и заказывайте. Далее у нас посылочка покрупнее. Давайте откроем, посмотрим, что внутри. Видим надпись 4К. А это у нас Android приставка для телевизора. Все очень надежно упаковано. Доставляла фирма SDEC. Доставка где-то 8-9 дней. Вот так выглядит сама приставочка.
Очень компактная. Блок питания идет в комплекте. HDMI. Датчик для пульта у нас идет в комплекте. Естественно, сам пульт и крепление для самой приставки. Убираем. Следующая посылка у нас. Вот так вот все надежно упаковано в пенопластик. Сейчас откроем и посмотрим, что у нас внутри. Судя по посылке, это тачскрин пришел мне. Да, это у нас тачскрин. Защитная пленочка в подарок положена. Для планшета Yosters. Модель у нас T72 HM3G. Так что, если у вас треснуло стеклышко, как у меня, вы сможете спокойно заказать и заменить. Далее у нас следующая посылочка. Ценник продавец выставил $20. Написал, что это MP4 плеер. Давайте вскроем. И посмотрим, что у нас внутри. Все очень хорошо запаковано. А внутри у нас айфончик 6 на 16 гигабайт. Получил я от этого продавца уже, наверное, штук 50 айфонов. Только были с одним проблемой, мы быстро договорились. И все было великолепно. Все упаковано надежно. Все включается. Качество сборки, как всегда, на высоте. Так что, если вам нужен 6-й iPhone, переходите по ссылке в описании и заказывайте у проверенного продавца. Следующая посылка. Откроем. Очень хорошо упаковано все у нас. А внутри у нас 10 защитных стекол для iPhone 5, 5C, 5S, 5SE. Стекла очень хорошего качества. Заказываю я уже 4 или 5 раз такими комплектами по 10 стекол. И все всегда было прекрасно и очень быстро доставляется. Цена сейчас уже стала на них чуть-чуть подешевле. Сейчас они стоят всего 300 рублей. А за 10 стекол 300 рублей — это очень хорошая цена. Далее у нас вот такая вот маленькая посылочка. Вроде тоже все хорошо упаковано. Как открывать, правда, непонятно. Разломаем просто. Как же ее запаковали-то? Все как сложно, но надежно. Это у нас фронтальная камера с датчиком приближения и с датчиком освещения для iPhone 6s. Отличный продавец. Запчасти очень хорошего качества. Ни в коем случае они не уступают оригиналу. Это уже далеко не первая камера, которую я покупаю у него. И как и, впрочем, любые другие запчасти. И все всегда прекрасно. И последняя посылочка на сегодня. Откроем. А внутри у нас запечатанный аккумулятор для iPhone 6s. Стоит примерно $6,5, но в отличие от дешевых аккумуляторов, он очень хорошего качества. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, кому понравилось. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте понравившиеся вам товары. Пока!